Вітаю час актуального інтерв'ю на 9 каналі. Моя гостя сьогодні Ірина Зайцева. В минулому заступниця міського голови Дніпра. Сьогодні її називають політичною експерткою. А ким вона сама себе вважає? Спитаємо особисто. Ірина Георгівна, я вас приветствую в нашій студії. П'ять років дуже швидко пролетіли. От я эфиру, посмотрел, що п'ять лет тому військові. Кем вы сейчас себя больше сами считаете? Экспертом или... Я себя всегда считала сначала нормальным человеком, потом женой, любящей матерью, теперь уже бабушкой, о которой так активно бабушка Фобы упоминают. Я себя считаю тем, кто есть на самом деле, потому что мне это ведь немало лет, мне 56 лет у меня большой трудовой стаж, я работаю с 17 лет, у меня как бы э, жизнь не связана только с политикой, у меня жизнь всегда была связана прежде всего с большим кругом общения, людьми, семьей, но, конечно же, работой, потому что я трудоголик, вот я, так, ну, вот я такой человек, я трудоголик. Вижу вашу активность в соцсетях, прямые эфиры, можно сказать, уже фактически даже блоги. И тема в основном политические. Принадлежит ли сегодня ваше сердце какой-нибудь политической силе? Нет. Нет, это было осознанно, я об этом сказала. Вернее, так, мои политические, конечно же, предпочтения есть, безусловно. Я всегда была и остаюсь на все-таки левом фланге, левом социальном то есть левоориентированные, может быть, центристско ориентированные, но не правые это точно убеждения идеологические. Но дело в том, что сегодня партии нет. Идеологии нет ни одной партии. Все вот эти сказки про защиту то социальных слоев, то бабушек, то дедушек, которые меня причисляют, да, то э, там какие-то наоборот там националисты, национальных идей, партии не осталось. Это сегодня все политические проекты. А проект предусматривает план финансирование и результат. А там уже дальше и включается какой инструмент, какие ресурсы. И, в общем, все в краткосрочном периоде. То есть никто не думает на года. А почему я вам скажу? Потому что на года сегодня уже думать в Украине и не получается. У нас очень критическая ситуация. Реально. В экономике, в политике, в нравственной, в над... в нравственной атма... атмосфере. Поэтому я не просто не собиралась никуда идти в этот раз я бы и не пошла, и не пошла, отказав всем тем, кто мне делал предложение. Смотрите, если вы все-таки вне политической игры, почему такой интерес к вашей персоне со стороны разоблачителей? Ну, во-первых, потому что я как бы вот по жизни, с юности сама себе на голову или на то заднее место нахожу проблемы. Это прежде всего связано с такой, знаете, способностью Опять сказать очень все емко, зло, язвительно, но очень точно, попав в точку и очень сильно задев глубинные нотки людей, о которых я говорю. Это и хорошо, и плохо. Второе, это потому, что я очень, эм, мне кажется, правдиво высказываю то, что думают очень многие очень многие так считают о нынешней городской власти я говорю сейчас о городской власти и потому что мне это не нравится потому что вот в этом я эксперт я там отработала я с юности с юности я два раза была в этом здании в 89-92 совсем еще юным человеком да? и вот оказалось почти седьмой 15. 15. Я много знаю про власть, я много знаю про госуправление, я много знаю про людей, которые там делали карьеру и работали. Я вообще много чего знаю. И поэтому, когда я вижу, как на протяжении последних лет оболванивалось сознание, и вбивалось нам в голову, что мы должны в пояс кланяться нынешним благодетелям. Мне это не нравится, меня это возмущает, и я считаю, что я как человек, просто как человек, имею право высказать свое мнение. Хочется сейчас услышать комментарий, а перед этим я процитирую одну из разоблачительных статей на, на антикоре. Экс-чиновница Ирина Зайцева, после которой в гуманитарной сфере Днепра нашли дыры на миллионы, дает горожанам ценные советы. Ну, на заборе тоже написано. Ну вот смотрите. Ну а как они должны реагировать? Вот смотрите, чиновников вообще не надо любить. Согласен. Никаких, ни прошлых, ни нынешних, ни будущих. Чиновники должны, а, хорошо работать, их должен контролировать общественный контроль, за ними должны ну, вообще по пятам ходить журналисты и активисты и они должны отвечать за то, что они делают. Поэтому сегодня оберите любого любого из любого периода чиновника расскажите про него какую-нибудь фигню и все безусловно в этом, ну, будут кто будет радоваться кто будет уверен кто посочувствует и только немногие поймут что на самом деле у чиновников есть своя градация то есть вот есть начальник управления ему выделяется бюджет и он э, ставит свою подпись и отвечает за каждую копейку по распределению бюджета в этой отрасли есть допустим там, директор департамента, если он с правом юрлица, это точно такая же ответственность. А есть э, депутаты городского совета, я, кстати, тоже была депутатом городского совета, которые принимают решения. Есть председатель комиссии депутатской, которой я тоже была, который вырабатывает э, стратегию развития данной отрасли и дает направление чиновникам, что им делать, сколько им для этого. То есть выделяют, по сути, им деньги и спрашивают, куда они их дели – как они их расходовали. А есть заместитель городского головы, который является координатором направлений многих, который должен быть как локомотив, он должен протаранивать, то есть он должен понимать, где сегодня плохо и куда надо бросить все силы, где сегодня нужны кадровые изменения, где нужно подключить депутатов, где, где провала, где хорошо. То есть есть разные градации чиновников. Но я еще раз хочу сказать, не надо любить ни нас прошлых, ни сегодняшних. Всех надо контролировать. И вот если их контролируют, они э, отвечают на этот вызов. Они либо, ну, потому что все же зарываются. Все Но, зарываются. На ваш взгляд, чиновники предыдущей каденции и сегодняшней, кто больше ворует? Ну, хотя бы в процентном содержании. Смотрите, воруют всегда... И многие чиновники просто размеры разные. Вот Если человек не ворует то ты ему хоть гол, ну, кол на голове, вот там, я не знаю, но там, погремушку сейчас мне оденьте, мне все равно, что вы расскажете. Потому что я внутри сама свои умею, имею убеждения. Мне не надо, чтобы про меня там кто-то что-то рассказывал. Если я сама с собой честна, да вы пишите все, что угодно. Чиновники воровали и будут воровать всегда. Все зависит, как на них воздействует среда, правоохранительные органы. И, и, скажем, бюджет. Вот представьте, я уходила в 2015 году, я могу ошибиться, да, у нас был 2,8 миллиарда бюджет города в год. На управление культуры, чтобы вы понимали, на все там 100 подразделений, ну там 53 библиотеки, там столько-то театров, даже на народные театры, которые мы финансировали, там, клуб, ну, ну, такое вот, да, все, что там было, да. наши, театры, там, наши городские пять театров. Вот, допустим, вот выделялось, к примеру, там, сколько там, я не знаю, вот на все без зарплаты выделялось, к примеру, там, 3 миллиона. Ну, вот на 100 подразделений. За них отвечает отдел из 11 человек. И надо посчитать, ну, вот, грубо говоря, есть директор коммунального предприятия типа Гельфера, КВНДГУ, ДГУ, которым 140 тысяч в год выделялось. И, и надо понять, кто там украл в этом предприятии, ну Гельфер, начальник управления, заместитель городского головы, депутат, понимаете, то есть надо подходить к этому, ну вот как, как я сейчас говорю, сознанием дела. Поэтому, если у тебя сегодня бюджет 15 миллиардов, чиновников стало в три раза больше, зарплаты в три раза больше, вы знаете, из-за того, что вот они меня начали так реально, я бы может и не выкладывала, если бы они не начали меня сами доставать. Я сейчас уже подняла даже их премии. Слушайте, если у чиновников, когда в стране коронавирус, предприятия закрыты, предприниматели все почти разорились, а вы, негодяя, себе по 200-300 выплачиваете премии процентов, слушайте, вы не рассказывайте про прошлых, вы про себя расскажите. Что сегодня? Кто сегодня может получить хоть один ответ? Как, на какой вопрос вам сегодня городская власть может ответить? Поэтому, чтобы недолго, чтобы чиновник не воровал, его надо контролировать. Должна быть прозрачная ситуация с точки зрения медийности. Должны люди получать правдивые ответы от чиновников. Они должны приходить и отчитываться, ну хотя бы как это было раньше. И должна работать правоохранительная система. Я, конечно, понимаю, что угрозы в мой адрес, типа прокуратура тобой займется, они, конечно, мне, ну, близки. Но если прокуратура вами пять лет не занималась, то мне хочется, ну вот мне хочется спросить люди, а у где мост, где метро? Кстати, я сегодня пост выложила, нашла визит Петра Алексеевича Порошенко, притуляющегося к его плечу Бориса Альбертовича, который пообещал, что в феврале 21 года будет открыто метро. Ну дождемся. Я написала, покупаем шарики, флажки, готовимся к праздничному открытию. Тем Мы будем более в есть... зоне в этот момент не, 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 подождите. Одни. Тем более, есть повод 300 миллионов евро, как Петр Алексеевич сказал, кредитных денег. ЕБР и фонд реконструкции и развития да, дали городу. Теперь я не знаю, сколько поколений горожан это будет платить думаю, думаю, что за 4 года процент уже немалый заплачен, сколько еще будет строиться, но я надеюсь идти 21 февраля на открытие новой ветки. Договорились. Ну вот смотрите, громкие заявления, громкие посты и ну, многие говорят, Зайцева в последнее время что-то стало слишком смелой. Наверняка кто-то за ней стоит. Стоит ли кто-то? И кто это? Мой муж, моя семья, я сама. Я нигде не работаю, нигде мне никто не платит за эти посты. С точки зрения не работаю в политике у кого-то, да, я, я так имела в виду. Я всю жизнь работаю на себя. Но я вам хочу сказать, что я отвечу по-другому на этот вопрос. Вот знаете, люди, которые э, перечисляются... А я же на вашем канале сейчас это скажу. Коломойский, Петровский перечисляются, Олейник перечисляются. Ну что вот, вот я в их обойме. Я что-то не понимаю, это оскорбление или это пиар-раскрутка. Мне так кажется, что это пиар-раскрутка. Потому что ну, в такой компании Поприличнее было бы находиться, чем в компании Бориса Альбертовича, это точно. Я бы это восприняла, ну, честно говоря, как эм, как ПИАР, мою раскрутку. Мне бы хотелось, чтобы так говорили. Хорошо. Следующий не менее интересный вопрос в процентном хотя бы содержании о порядочности э, чиновников, э, бывших нынешних. Э, то есть есть ли сейчас э, в горсовете люди, которым ну, не стыдно пожать руку, которые не воруют? Конечно. И как много их? Я думаю, что этот процент всегда одинаковый, потому что, ну, смотрите, хороших людей, я вообще так уверена, всегда больше. Огромное количество людей честно трудится, выполняет свои задачи, потому что есть же жизнеобеспечение города. Это же не то, что пишет в постах мэр. Городское хозяйство — это сложнейший механизм, и это все обеспечивают люди, которые целый день трудятся и выполняют качественно свою работу. И таких людей больше. Количество тех, кто сидит на бюджете, всегда приблизительно одинаково. Я еще раз хочу сказать, разные цифры. Сегодня просто к тем, кто сидит на бюджете, добавились еще депутаты. Потому что вот эта перекупка фракции и партии для сформирования большинства, чтобы все как зайчики голосовали, она предполагает взаиморасчет. И поэтому депутатам в течение последних пяти лет вот этой каденции начали такие жирные куски бросать. Кому 10 миллионов на округ, кому 20 в год, в год кому 50. Вот мне все время хочется задать горожанам вопрос. Вы вообще, если вашему депутату 30 миллионов каждый год давали, вы вообще хотите спросить, где эти 150 миллионов? В чем они? В лавочке, которую за последние 4 месяца построили? В покрашенном подъезде? Или мы все будем, как вот это рабы, кланяться и говорить, ну, хоть что-то делает? Слушайте, ну 15 миллиардов в бюджет, ну конечно, что-то должен делать. Ну, если бы не делал, это было смешно. Это просто бы было смешно. И самое главное, что мне действительно странно, это отношение центральной власти, которая полностью потеряла контроль. Раньше такого не было. Чтобы кто-то из мэров написал «зеленая мразь» или еще что-нибудь. Ну, я вообще себе этого не понимаю. Чтобы какой-то зам, который там какой-то там европейской толерантной наклонности куда-то там посылал э, горожан на, на своей странице. Мне это вообще было непонятно. Чтобы э, не выполнялись э, Кабмина распоряжения. То есть, вы понимаете, вся центральная власть потеряла управление, и поэтому они стали князями, царьками, феодалами. Это же не только Днепр. Как это исправить? Кожаные тужурки, как в 20-х годах... Боже, упаси. Это самый печальный сценарий, который, кстати, может быть. Потому что когда... Но ну, многие об этом просто сейчас Ну потому говорят, что, что, что они же нас считают крепостными, а крепостные своих э -э Помещиков когда бунты поднимали, куда садили? На вилы. И после этого начиналась зачистка. Вот это самый печальный вариант, боже упасти. Э -э нейтральный и самый правильный э -э вариант, все-таки прогрессивный с точки зрения европейского развития. Это контроль жесткий. Это э, возвращение прокуратуре э, функций контроля за органами государственной власти общего надзора. Это э, работа СБУ, потому что, ну, слушайте, это это подрыв экономической безопасности. Вы разворовав бюджеты, вы подорвали экономическую безопасность нашей страны. Мы стали открыты, нас теперь будут захватывать экономические иностранные инвесторы. Это первый вариант, и второй, конечно же, люди. Люди, граждан общество. Мы с вами, ну мы с вами должны перестать склонить головы, ждать вот эту, знаете, халуйскую, ну какую-то булочку или бусинку, как аборигены, или какую-то жменьку семечек украинских э, за то, что мы отдали на разграбление свои города. Я сейчас не только про Днепр. Я реально не только про Днепр. А я хочу вернуться к Днепру. Второй тур выборов мескового головы был ли он для вас ожидаем? И ну, вторая часть моего вопроса: именно такую ли вы пару ждали во втором туре? Для меня, конечно, он был ожидаем, потому что здесь я тоже как бы эксперт, как и в госуправлении. Я много лет занималась выборами. Я много знаю, много понимаю, даже не могу написать, даже в фейсбуке не могу написать на самом деле, что я понимаю было в этот раз. А в эфире сказать можете? Могу, ну в смысле сказать общими фразами, это тотальная фальсификация результатов волеизъявления горожан, точка, тотальная, организованная конкретными людьми, с конкретными фамилиями, с конкретными должностями. Значит, что касается, ну, второй вариант, я еще раз хочу сказать, это, конечно, то, что среднее звено устало. То есть произошел такой, знаете, эффект маятника. Так как сильно поверили Зеленскому, пришли все, проголосовали, то сейчас все откатилось назад, и мы попали именно в эту волну полутора годовалую, когда, ну вот все, уже разуверились. И поэтому так пошли голосовать. Особенно среднее поколение, особенно самые активные и предприниматели, и люди, и представители интеллигенции, и культура. Ну, в общем, короче, те, кому дальше жить здесь, в этом городе, строить этот город, вот они не пришли. Это как бы первый вопрос я ответила. Второй, что касается второго тура. Я думаю, что второй тур планировался другой. Я об этом говорила и повторюсь снова. Конечно же, тянули Александра Вилкула. И с учетом того, что я очень тепло к нему отношусь, я вам хочу сказать, что мне было это обидно. Потому что просчет технологов был таков. Александр Вилкул во втором туре не побеждают у Филатова по личностным характеристикам, потому что он сам к Днепру. Вот он не верит, что Днепр мог подняться и его поддержать. Он сам в этом не верит. То есть все-таки криворожское ответвление, да, дает да. о себе знать. И, скорее всего, там были договорники, потому что по кривому рогу там же тоже помогают. 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 Наши ж помогают. Днепровские. Поэтому. И по области, я смотрю, все хорошо. Поэтому для меня было бы лучше, чтобы был Александр Вилкул. Но из-за того, что произошло буквально за последние две недели перед первым туром, очень сильно изменилась политическая ситуация в стране, в Киеве, вообще в стране. Именно потому, что очень сильно стали набирать обороты Медведчук с Сывороткой, Рабинович со своими вот этими эфирами, Лукаш Портнов, вот эта вот часть левого крыла. крыла Технологи реально могли просчитать, что бабушки и дедушки, которые поддерживают Медведчука и Рабиновича, перепутают Вилкула с украинской перспективой, с Рабиновичем и Медведчуком ОПЗЖ и придут вместо ну, Бори проголосуют, проголосуют за Сашу. Я думаю, что технологии это резко остановили, был очень вообще организован пересчет, вообще с подсчетом голосов это что-то неимоверное.

Да, сложные бюллетени, да, сложные протоколы. Ну слушайте, ну не надо рассказывать тем, кто в этом разбирается, что за 10 дней не могли посчитать. Переписав половину протоколов на уточненные. Блиц, вопрос последний. Давайте все-таки попытаемся заглянуть во второй тур, не агитируя ни за одного, ни за другого. Появки и вот какой будет, скажем так. Конечный, конечный результат власти. и, да, и сколько будут считать. Нынешней власти нужна низкая явка, потому что ее задача второй раз запустить свою сетку, отработанную в первый раз. Они там подняли всех в ружье. Там реальное закрепление, там все пофамильно отвечают за каждый участок. Власть очень серьезно собирается довести своих избирателей. У них она уже сделана, эта сеточка. То есть им нужна низкая явка, чтобы мы с вами не пошли, а пришли только те, кто в списке и те, кто... Кому точно что-то давали, кто-то был там, отдыхал в этом лесном, кто-то там куда-то на море свозили учителей, кто-то там премию сейчас получил, как все коммунальные предприятия. Ну, то есть доведут. А наша же задача с вами: ну, просто поверить: себе поверить, что мы меняем мир, мы меняем мир, хотя таких пока меньшинство. Поэтому я думаю, что, конечно же, хочу вам сейчас это сказать, конечно же, я думаю, что у Бориса... Причем, вот вы знаете, я же к нему на самом деле не имею никаких личных претензий, и я не могу сказать, что он мне не нравится. Я его считаю талантливейшим журналистом. И очень его любила. Вот хотела бы, чтобы он журналистом был или начал снова готовиться в космос. Вот, вот это мне нравилось. Вот это мне нравилось. Дякую, що знайшли змогу. Завітали до нас. Ну і давайте так. Запрошую цю студію е, за два тижні приблизно. Дякую. Домовились. Ну, а глядачам 9-го каналу нагадаю, що у мене у гостях була Ірина Зайцева, в минулому заступниця міського голови Дніпра. Сьогодні її називають політичною експерткою. А ким вона сама себе вважає, вона розповіла під час нашої сьогоднішньої розмови. Пильнуйте себе. И хай вам щастить.